Привет! Это видеогайд для тех, кто никогда не собирал самостоятельно ПК. Сегодня мы соберем компьютер для мощных игр и обработки без тормозов видео в 4К формате. Прогресс не стоит на месте, а пока хочется собрать запаса мощности на последующие года. Начнем с каркаса. Корпус AeroCool Air Half Duo черного цвета. Модель оборудована двумя лицевыми 200-мм вентиляторами. Система может быть оборудована четырьмя накопительными, двумя устройствами формата 3,5 и 2,5 дюйма. Спереди на панели два USB 3.0 аудиоразъемы, микрофонный фок джек 3.5, выход наушники джек 3.5. Материнская плата Asus B550F Gaming с поддержкой Wi-Fi 6 поколения. Имеет разъемы AM4 для процессора AMD Ryzen 3 поколения. В материнских платах ROG Strix B550 Gaming реализованы основные функции флагманской серии, в том числе поддержка шины стандарта PCI 4.0. Стабильное питание для многоядерного процессора AMD Ryzen 3 поколения, безупречное охлаждение, оригинальный дизайн и интуитивное программное обеспечение. Все это нам, конечно же, нужно. Процессор AMD Ryzen 7 3800X оперирует 8 ядрами с поддержкой многопоточности, оснащен 32 мегабитами кэш-памяти L3 и работает на частотах от 3.9 до 4.5 ГГц. Процессор способен удовлетворить запросы как обычного, так и требовательного пользователя. Процессоры Intel проигрывают быстродействие с AMD в плане кодирования видео. Далее устанавливаем процессор в сокет по направлению верхней стрелочки и защелкиваем его. 32-гигабитная оперативная память Kingston HyperX Predator соответствует типу DDR4. В комплект входит два модуля по 16 ГБ. Вы сможете полностью оснастить оперативной памятью производительный системный блок, в том числе игровой. При необходимости число комплектов можно тиражировать. Тактовая частота устройства равна 3200 МГц, пропускная способность 25600 Мбит в секунду. Ищем на материнской плате разъемы под оперативную память и вставляем ее в первый и третий слот расширения до щелчка. Сильно давить не нужно, чтобы ничего лишнего не сломать. Также нам нужен накопитель на 500 ГБ SSD M2. Он работает под управлением контроллера Samsung Fenix. Для установки устройства используем разъем M2, который в последнее время находит широчайшее применение при производстве компьютеров любого типа. Устройство характеризуется сверхвысокими скоростями последовательного чтения и последовательной записи. Они равны 3400 и 2300 Мбит соответственно. Обработка любых данных будет занимать минимум времени. Откручиваем радиатор охлаждения для SSD-диска. Не забываем снимать защитную пленку, чтобы радиатор принимал все тепло от накопителя. В комплекте есть винты для установки. Берем их и прикручиваем в месте посадки SSD. Для охлаждения процессора используем AeroCool 4F RGB, универсальный кулер башенного типа для процессоров AMD и Intel. Изделие имеет традиционную конструкцию. Оно состоит из радиатора, тепловых трубок и вентилятора.
Крышка кулера и вентилятор наделены адресуемой RGB-подсветкой. Контролировать ее работу можно через материнскую плату с технологией Asus AuraSync и так далее. Сборка самого вентилятора производится по инструкции, которая идет в комплекте с самим вентилятором. Поочередно выполняем все шаги, и у вас все получится. Наносим термопасту на процессор и размазываем ее с помощью пальца по всей территории соприкосновения с кулером. Закручиваем винты, одеваем вентилятор и дело в шляпе. Далее устанавливаем в корпус материнскую плату. Винты, которые идут в комплекте, ставим в посадочные места материнской платы и прикручиваем ее к корпусу. Видеокарта Radeon RX 5500XT на 8 ГБ обеспечивает исключительную производительность и высокую точность изображения в играх. Возьми управление на себя при помощи Radeon, меняй настройки, наслаждайся мощной динамичной игрой, настроенной согласно твоим предпочтениям. Thank you.
Ищем на материнской плате разъем для установки карты и выламываем с другой стороны заглушку под выходы монитора. Блок питания Corsair CX650 Watt. Идеальный аксессуар для быстрого обновления и формирования базовых систем ПК. Ему присущи такие свойства, как гибкость кабельной системы, надежность и минимальный шумовой уровень. Dell соответствует сертификату эффективности 80+ Bronze. Занимаемся подключением передней панели, упаковки всех ненужных проводов на заднюю панель корпуса. Берем в руки инструкцию от материнской платы и не спеша подключаем правильно все контакты. Далее занимаемся кабель-менеджментом.
Проверяем работоспособность компьютера. Если все запустилось, значит мы на правильном пути. Занимаемся установкой монитора Dell диагональю 27 дюймов. Берем инструкцию, собираем все не спеша. Подключаем кабель питания в сеть HDMI к материнской плате. Подключаем Wi-Fi антенну к задней панели и устанавливаем наш плавник на ПК. Запускаем компьютер и смотрим, что у нас отображается на главном экране BIOS. Если все установленные запчасти видны, то мы почти настроили ПК. Осталось только установить Windows и драйвера. Также с помощью драйвера материнской платы мы можем управлять подсветкой всех устройств. Делаем некоторые тесты для комплектующих ПК. Я собирал компьютер для работы и монтажа видео в 4К формате, так как старый ноутбук у меня не выполнял эти функции. Для примера установил Premiere Pro и залил туда видео в 4К формате до 3 минут, чтобы наглядно вам показать, что ничего не тормозит. Запас мощности еще есть, и это немаловажно для того, чтобы не сильно нагружать систему. Монтаж 3-минутного ролика занимает около 2 минут 30 секунд.
Я думаю, выпуск получился хороший. Поддержи видео лайками, напиши внизу свой комментарий. Пока!